Приветствую вас. Хоть вы и написали, что заедаете недостаток любви, все же вполне может быть, что у вас проблема не только в недостатке любви, но и какая-то связанная, например, с физиологией, например. То есть это вот достаточно важный момент. То есть не нужно думать, что все, абсолютно все ваши проблемы, например, в том числе и переедание, связаны вот с именно недостатком любви. То есть вы почему-то такой вывод сделали, он может быть ошибочен. На всякий случай я бы рекомендовал вам обратиться к к врачу обратиться рекомендовал бы вам, я вот для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ваше предположение, связанное как раз с тем, что вот вы передаете именно из-за психологических моментов. Это может быть безусловно так, но повторюсь, просто есть разные варианты. Могут быть разные варианты, точнее. Вот. Дальше. Если мы говорим непосредственно про, ну, про любовь, то есть недостаток любви, то опять же возникает вопрос. То, что у вас нет парня, и то, что у вас, значит, не было мамы, ну, то, что вы росли без мамы, вот. Как это связано с тем, что вам не хватает любви? Я, честно говоря, этот момент понял не очень. В том смысле, что в определенный момент вы, видимо, решили, в определенный момент вы, видимо, решили, что если у вас нет парня и нет мамы, то с вами, ну, что-то не так. Вот. Хотя, по факту, ну, это совершенно никак не связано. Вот. А от слова совсем. Просто что, чтобы вы вот этот момент понимали. Вот. Поэтому на это вам нужно, на мой взгляд, обратить внимание. Вот. Вот, в принципе, как-то вы пришли к тому, что вам не хватает любви. Это, мне кажется, связано с тем, что вы в себе что-то не принимаете, вот, что вы себя в чем-то ограничиваете, вот. Поэтому нужно на это вам обратить свое внимание, нужно поисследовать это. Вот. Вот то, что я вам хотел сказать. Соответственно, спросите себя,
готовы ли вы к психотерапии, вот, готовы ли вы, ну, как бы, работать над собой, и, соответственно, если да, то выбирайте себе психолога и начинайте работу. Вот. На этом все. Сейчас я бы рекомендовал вам обратить внимание на то, как именно вы чувствуете нехватку любви конкретно. Вот. Как именно вы ощущаете нехватку любви, как именно она чувствуется вами. Ну, вот, и, соответственно, с этого и можно начать. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что все ваши проблемы будут разрешены в итоге.